Приветствую всех на канале. Уже все платы мы собрали, все нормально работает, кроме последней платы, это садовая лампа. Сегодня мы займемся сборкой садовой лампы. Схема примитивная, так скажем, совсем простая, для начинающих радиолюбителей пойдет. Вот, соберем очень быстро. Вопрос только в корпусе. Я вот покупал вот такие корпуса, мыльницы, очень дешево стоят, и они прекрасно, думаю, что подойдут, во-первых, прозрачные для светодиодов, как раз то, что надо. Сюда же и мы батарейку разместим, сверху у нас солнечная панель. Собрал садовую лампу в коробку. Получилось все замечательно. Конечно, термоклей, но как без него. Вот. А так все подошло. Самое главное, что коробка герметичная. То есть вода не попадет. И насекомые туда не залезут. Потом и не придется вычищать трупы этих насекомых. Вот. И все прекрасно работает. Значит, если мы закроем сейчас плотно вот это основание. Так, я света поубавлю, чтобы он сработал. Иначе он как бы светло слишком. Вот, срабатывает. Светло слишком. Вот, когда темно, вот, еще убавлю совсем, чтобы хорошо было. Так, все. Вот, когда темно, горит. Когда светло, перестает гореть. Вот, темно, горит. Ну и все, в принципе. Крепить будем двойным скотчем. То есть сюда я уже пробовал. Отлично все держится, легкая конструкция, поэтому можно к дереву прикрепить, можно к столбу, к забору, ну, где угодно, в саду. Если боимся, что все-таки вода попадет, хотя я в это сомневаюсь, можно скотчем здесь обойти со всех сторон, и будет герметично. Вот, совсем клеем нельзя, почему? Потому что все-таки я доступ должен, мы доступ должны иметь. Я должен выключать, включать, вот. А так все отлично получилось. Спасибо всем за внимание. Подписываемся на канал. Будет много чего интересного.